«Смотри на меня как на равного». С таким названием в Златоусте прошел фестиваль творчества. Его участники – люди с ограниченными возможностями здоровья. Свои таланты они представили во Дворце культуры «Булат». Там побывала и Юлия Костюшева. То, что вы сегодня здесь видите, это все сделано руками детей, маленьких наших деток. Фигурки из дерева, бисероплетения, вязание и вышивка. Разнообразие декоративно-прикладной выставки – это лишь часть традиционного фестиваля «Смотри на меня как на равного». В нем принимают участие талантливые люди с ограничениями по здоровью. И это очень полезно, очень нужно инвалидам. Каждый из членов нашей организации, он готовится обязательно к этому, волнуется. И даже если он сам, вот здесь много таких экспонатов, которые не могут представлять инвалиды, которые дома находятся сегодня по состоянию здоровья, они все равно участвуют, и они все равно завтра будут спрашивать, как у нас прошло. Тем, кто остался дома, обязательно покажут фотоотчет. Остальные и участники, и зрители фестиваля получили большое удовольствие от выставки и от конкурсных выступлений, подготовленных друзьями. В составе жюри – профессиональные учителя музыки, знатоки истории и искусства, а также представители общественного движения. Они оценивают декоративно-прикладное творчество и танцевальные номера, художественное чтение и вокал. Вот где действует девиз фестиваля «Смотри на меня как на равного». Тема фестиваля этого года «Вместе мы сможем больше». И снова конкурсанты доказали, что в их душе горит творческий огонь, которому не страшны никакие препятствия. В программе у нас, значит, в основном, конечно, вокал. Вокал, художественное слово, есть один номер хореография. Номеров очень много сегодня, 46 номеров, программа большая. В следующем году фестиваль отметит 20-летний юбилей. Уже сегодня участники готовятся к этому событию, доводя до совершенства свои таланты, чтобы представить город на областных конкурсах.